Здорово, Twitch, здорово, YouTube. Сегодня, как всегда, играем в Gods Unchained. Будем делать 30 побед на природа. На боги природа. Колода Амазонка. Чтобы получить один рарный пак. NFT-шный MJ-сета. Возможно, из него что-нибудь когда-нибудь хорошее выпадет. Шансы всегда есть, вспомним об этом. Я сейчас раскидываю оповещение в Telegram и Discord. Пока это делаю, подпишись, лайк поставь, позвони в колокола. Щет, ла-ла-ла. Так. Un momento, muchacha and señority. Сеньоритос. Сейчас будет мьюзикейшн. Рекур. Трек. Опа, биткоин тем временем уже 19800. Окей. Начинаем. Начинать. Начало. Вроде кнопка даже с первого раза заработала. Надеюсь, это не единичный случай. И эта акция продлится надолго. Тем временем Викенд отыграли на 12 побед в Ориголде. Получим последний год за Викенд. Сэдди, hello, man. Двенадцать на какой деке отыграл? На агроприроде. Ну, наверное, решающий фактор был, что я начинал в самом начале Ауриголда, и с первого же поражения улетел Миднайт. Я тоже 12-7 с колодой на вайр. Хорош. Поздрав, так сказать, ляю. Ой, ман. Как же мне было сегодня ночью хреново. Просто разорвало одно местечко. Что он один по всем сделает? До сих пор не сладко. Но ничего, прорвемся. Да. Стив. Лер. Стифлер. Блин, какой-то трэпчик странный. Роба. Руками развожу, как придурок. Так. Пикнем карту. Здорово, Андрикс. Я вот продал Лего на мага и купил Лего на вар. Надеюсь, хорошее вложение. Возможно.
Делаю пожилые размены. Чтобы он не смог взять лучницу и убить мою амазонку с одним хп. Хреново то, что вар с Грандхоллом. Когда у меня вообще нету таунтов. Хотя таунты, наверное, не помешали бы. Он должен лучницу забирать. Если она не заберет, я заберу ее. И очень сильно законтрю. Крайжекис мне посоветовала своего мага собрать. Я давно так не развлекался. Ну, единственного мага, которому я могу посоветовать собрать, это какого-нибудь контроль мага. Во всех остальных смысла не вижу. Та-ра-ра. У меня контроль как... У тебя был только без Мармага. Ну, Мармаг играет одну из основных ролей. Если честно. Агромаги сейчас не умеете, я просто не слежу особо. Они недорогие. Там нужно много карт, которые по лицу попадают, а они из генезисета. И стоят недешево. Ну, почему? В мете. Но... Много сейчас кто может отхиливаться. Те же зомби. Паладина, возможно. А когда он успел бафнуться? А, вот это карты. Мало, но они есть. Надо было его убить. Ладно. Зомби-анубы по КД попадаются. Ну вот, да, зомби-анубы, они ХП себе отжирают. И все, им все равно, сколько ты им урона нанесешь. А агромаг, он рассчитан как бы не так уж и на много урона. Ё-моё. И не добить. Ваш комби придет или молния? Конопи снайпер. Она мне не особо поможет. Ни пушки, ни ремувов не пришло. Ни хрена. Ходил второй на Амазон колоде. Короче, что мне может помочь? Не знаю, молния, она щит ставит. Вот, ну это вообще никак мне не поможет. Вот играет не Децепт и Дес.
Именно так все работает. На следующем уровне легендарный пак. Прикол. Две рарки. Этот рарк хороший. Этот рарк плохая. И амазонки. Можно будет метеоритки потом скрафтить. Кнопка начала буянить. Завтра, скорее всего, будем в VR играть. На основе. Где-то в часик дня, может, 12. И потом в 4 часа покер. Или нет, в 5 часов будет покер. Но я, наверное, заведу в 4. Попробуем как-нибудь гонку посмотреть, послушать Формулу 1. И потом, когда начнется покер, будем играть в покер. И продолжать слушать гонку. Плюс, скорее всего, еще буду играть игру турнира Infinity Money. Против зомбаря. Сейчас разорвет меня как тузик-грелку. Хотя у меня есть сломатель пух, но шанс, что он мне придет, 1 к 25. Я думал, сейчас будет обелиск какой-нибудь. Он две блайн-бомбы кинул. No. И все. Какой странный зомби. Кнопка раздражает, согласен абсолютно. О, ломать палки. Само то. Поставлю-ка я трекера по приколу. За две маны. А билку он его не съест. Если лучница только есть. Цептер. Сломаем его сразу. Ну, явно подкручено мне. На победу. Без шансов для зомбаря. Изи. Здорово, ай, пофиг. Как Викинг кто отыграл? Давайте. Хвалитесь. Да почему Айта? Ну, вначале палка. Что это означает? Это буква И. Большая. Английская. Я же этот ник написал. Ну, как тогда читать? Просто пофиг.
Скобки. Ну вот скобки ты в конце написал после слова скобки. Окей. Значит, будешь пофиг. Каждый раз это тайм-аут. Значит, сегодня планирую начать уикенд. А что, у тебя какой-то особый режим? Маг. Ну, ненавижу магов, особенно на Амазонке. Хорошо, хотя бы второй ход дали. Потом дадут первый, когда... Попаду против нормального чувака. Что-то беда со временем. Ну... Ляжь пораньше. Если не можешь уснуть, просто лежи с закрытыми глазами. Работы много, на рыбалку надо было срочно ехать. Ни хрена ты. Рыбалов. Не знаю, я не жертвовал бы своим распорядком дня ради рыбалки. Вот это маг. На фул существах. Владка Аладка. Здорово. Смотрел видос на ютубе. Ты в этот уикенд магов прям унижал. Один за одним сыпались. Ну, тут просто ранг такой. Был бы это мифик. Либо диамонт. Мне бы было не сладко, но тогда. Неплохо получалось разваливать. Много интересных турниров с фри-то-плей деками. Но они все интересные. Только сможешь ли ты собрать колоду, которая всех победит? И повезет ли тебе с дропом? Вот главный вопрос, который стоит задавать. Главное участие, да, участие, опыт. Ты постепенно понимаешь, что там происходит, адаптируешься. Начинаешь уже не так нервничать, когда играешь в турниры. И постепенно выходишь на какой-то результат. Ой, кабан хорош. Я вот давно... На московском киберспорте в автобатлере участвовал, но не прошел даже в полуфинал. Ну, не все сразу, как говорится. Сразу тебя могут только унизить. От чего-то добиться нужно время. Вот комба прикольная, кидаешь на всех Хайден, потом на следующий ход бафаешь на плюс 3. Но против мага это не сильно работает, так как он может зачистить все. Один там по всем или два по всем. Бласт. Посмотрим. Все возможно. Нету. Двадцать хп ему срываю.
Красиво, но это еще не победа. Шестая мана. Какая-нибудь эпифания может залететь. Главное до седьмой его убить, чтобы избежать волны огня. Вот астралик. Вот эта карта прикольная, хилит всех на один, на одно хп. Сейчас должно топ-декнуть молнию, наверное. А, он похилился, ё-моё. Хорош. Вот так сейчас сделаем летал. Все поняли? Ибо я отказываюсь это объяснять. Каждый раз тайм-ауты. Holy motherfucking shit, man. Дун-дун-дун. Зельджиус, опять маг. Да задрали мне магов спихать один за одним. Что за приколы? О, он бафается. Я думал, он только от амазонок бафается. Эх. Всех убьет. Плохо. Опять? Да ты задрал, слышишь? Это куда он направил? На лицо себе, что ли? Начинается. Здорово, Марасес, на основе не играешь? Сегодня, скорее всего, не буду. Посмотрим, как быстро получится сделать 30 побед.
Знакомьтесь, Иван, укротитель магов. Он сломался, просто один урон он куда-то дал в пустое место на доске, а не в существо, и все сломалось. Интернет работает нормально. Все, игра зависла. Кайф. Обожаю. О, май факинг гад, мэн. Как это работает? У всех игра работает, нет? Или только у меня она не работает? И сколько мне ждать? Вот это бас. Вот. Как спровоцировать каскад восстановления потока игры? Что это за приколы? Что за игра Кала? Да, но я ждать, конечно, так долго не буду. Space 753, здорово. Как природа все чувствует? Плохо. Природа хороша только против агродесепшенов. А они попадаются не так часто, когда играешь на природе. Блин, Армор Вар. Самый неудобный чел против амазонок. Так как он и снайпер, я считаю, бесполезно. Начинается. Блин, ну это еман как дисбаланс на вот эта броня. Ты просто обилку на контрю. На
на корню уничтожает. Короче, я даже играть это не буду, но я не вижу смысла. Я ничего ему не сделаю. Я ходил первым только один раз против мага. Который завис к чертям собачьим. А на этих амазонках крайне важно ходить первым. Если ты контролируешь стол, то ты контролируешь игру. Когда стол не твой, и ты никак не можешь его вернуть, то можно попрощаться с победой. За очень редким случаем, когда у противника нету начальных карт. Но, как обычно, у всех есть единички, и они всем приходят. Люркер, брат. Лови конопи. Пока я добрый. Ах ты гнида. Она у него еще останется. Вот это, конечно, лягушачий поступок. Просто одной картой он забрал себе стол. Вот и десепшн. Давай ставь энфорсера через монетку. Что может быть? Еще одна амберера. Пошел нахрен, понял? Пошел ты нахрен. А ей можно было таунт кинуть. Конфуз ему выпал. А вот и Люрк Энфорсер. Говна. Ну это тоже габельная. Вот эти две карты Амбереро и два люркера. Просто забей.
Давай амазонку еще вытяни какой-нибудь заодно ману. Просто такой везучий ублюдок. Такой везучий. Каждый раз эта кнопка душит. Может быть, они так с винтрейдерами борются, но почему они считают, что я винтрейдер? Best of luck. Жестко. Сходу банша. Сюда удар. 3 урона. Надо как-то стол заспамить. My patience wears thin. Да, как-то вот зомби не заходит. Ага. Хорошо, что у меня есть молния. Очень хорошо. Железяка, здорово. На амазонках решил. Но я всегда на амазонках 30 побед делаю. Если ты не знал.
Два, три урона. Тут надо 4 урона. Он может на 7-й мане кинуть великана, который у всех 2 хп отберет. Я могу убить Конопи плюс Form of Power. Не страшно. Рывок. Почему не обелиск? Странно. Здорово, Горик. Третий раунд Дурик играл. Нет, завтра буду играть. После покера, скорее всего. Но там жесткий чел вообще. Я не знаю, как против него выиграю. Будет крайне непросто. 2, 4, 5, 6, 9. Даже сохранил аурик пока что. Прога не подключена, всем привет. Один плохой ход может испортить 20 хороших. Да. Абсолютно верно. Здорово, Айя-Валья. Как кто викенд отыграл? Как у кого дела? Рассказывайте. Тендер-тете. Тендер-рен-тен-тен-тен-тен. На что-то не очень пока что. А на каком? На маге? Все не так хорошо. Алавертайнер Вей, здорово. Пока даже в игру не заходил. Правильно. На маге. Ну, сейчас довольно странная агро в мете. Поэтому на магии такое себе играть. Тяжело, если это не контролю. Все довольно быстро спамят стол. Пытаюсь зайти, не пускает. Ну, VPN врубай какой-нибудь. Эклипс.
Light and Levy какой-нибудь. Я еще не начинал, болею. Вспомнил. Я не только пивка холодного тут не попил, но и под вентилятором сидел. А до этого днем катался на прогулочном теплоходе. Все, походу, наложилось. Сегодня горло с утра адски болело, температура 38, неохота играть. К врачу тебе надо обратиться. Обязательно. Не шути с этим. Выздоравливай. Последний ивент. Надо уж как-нибудь, пока нобы живы, к тому же, да. Успей, так сказать, на последний вагон. Перед нечто новым и неизвестным. Перед неожиданностью нового режима. Блин, эту катку, наверное, тоже просрал. Это контроль паладин. Блин, вторую эклипсу я не переживу. Пять и два, семь и восемь, 15 хп я ему снесу. Что он достает? Ага, он достал Light and Levy. Ах ты гнида. Блин, вот это плохо. Ну и сделаю вот так, чтобы он Light and Levy. Ну, Light and Levy он сюда кинет. Это же ошибка. Сейчас начнутся пятерки на 4 ордера. Серны. И все, мне это не выиграть. Почему-то я думал, именно так и будет. Блин, он Эмбалдера своего за эклипсит. Жестко.
6, 9, 13. Этого не хватит. Ага, все замешивает. А, сити-планер. Почему у меня только контроль выпадается? Ну, камон. Я сраная агро-амазонка. Какого черта? Ну, камон. For now I must rest. Without order, you too have... Oh my God. Пошел нахрен. За час я только 3 победы сделал. Просто игра, ты вообще что ли? Я не понимаю этот матчмейкинг. Вообще. Валя все никак от мертвых училок не отстанет. Ну почему эти маги? Ну камон, игра. Бля. Хоть слезай с амазонок. Такой абсурд. Там у магов что? Опять 15% всех игр на магах? Или почему мне только на них везет так? В принципе, можно посмотреть статистику и как часто попадаются амазонки против магов.
Сейчас мы посмотрим. Это амазонки. Против клон мага. 7 каток. Spell damage 1. Card draw 24. Контроль маг 230 каток. Больше всех кидают амазонкам контроль магов. 230 каток, понятно, да? Если кто-то скажет, что не подкручено, то я скажу, пошел ты нахрен, дружище. Против... Нету ни одного класса, у которого даже близко. 203... Вот... 244 против зомби. 200 против хеллрумов. 150 агро десепшн. 200 агро вар. 190 природа. Просто что за херня происходит? Protection. И таунт. Нормально, нормально. Убей его теперь. Спелл сварда забафал. Еще один таунт. Я не хочу. 240 каток против контроль магов. Это называется баланс. Короче, в очко этих амазонок за час 3 победы. Но это так не должно работать. Wow. Нормально, да?
cool. I can't do that. That is not possible. If you want to see the void, all you have to do is close your eyes. Hold still. Если он сейчас это все зачистит каким-то невероятным образом. Хорошо, что волкеры четные, ой, волкеры нечетные, а стрекозы четные. Это, конечно, невероятный плюс. Надо заканчивать это вакханалию. Answer the call. У меня так бы летал. Вот это я понимаю. Не то что амазонки. Амазонки, это просто какая-то, я не знаю, гончарное ремесло начинается. Только одни контроли летят тебе. Контроль десепт, контроль магия. Куча непонятных противников, которые ходят, не знаю, целую вечность в квадрате. Жестко, блин, я так долго буду делать 30 побед. Опять маг. Мулиган моей мечты. Спасибо, что ты есть. Буза без пели, бия без пели. Давай, еще маг, пожалуйста, можно 5 магов подряд? Спасибо.
Спасибо. Какой нахрен краб? Угу. То есть не в волкера, а в жука. Странно. Ту-ру-ту-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру. Вот это, конечно, наспамил. Походу, скоро на G встретимся. Посмотрим. Опа. Growth requires patience. Не, ну два лишние, одно пусть. Do not make this any more difficult than it needs to be. Awaken. This ought to be entertaining. Мне кажется, этого мага я убил. Ох ты. Хорошая карта. Я бы после такого консидил. Даже мага победил, офигеть. Легендарный пак. Дамы и господа. Открытие легендарного кор-пака On Air.
Life. Ваши ставки. Какая будет легендарка? Рарка. Болт. Карнаж. И... я думаю... Деутерия, скорее всего. Мне кажется, выпадет Деутерия. Почему-то. Хавнер. Да ну нахрен. Хавнер, брат. Где ты пропадал? Вау. Это хорошо, хорошо. Не, ну вы видели такое? Я вижу это в первый раз, спасибо. Хавнер, брат. Скоро мы с тобой сделаем большую грязь. Но пока меня устраивает агроприрода. Хавнер топчик, да, здорово. Понг. Спасибо. 150 уровень останется в легенде. Поздравляю. Здорово, Владик, спасибо. Что-то там в покере фишки до сих пор не дали. Я им написал, они игнорят. Наверное, придется, как в прошлый раз, перед самым началом их задалбывать в чате. Зеркалочка. Хожу второй. Wildfire оставлю. Попробуем, сможем ли мы его реализовать. Хавнер. Ошалеть. Ух ты. Обезьянка. Неожиданно. Главное, чтобы там не было доганчика. Он случайно наносит слабейшему. Чтобы слабейшему нанести, он должен себя поджечь и будет. То есть надо будет его распнуть. Если он себя подожжет, то у него останется одно хп, и он умрет, не успев нанести два урона. Кабана, конечно, жалко, но он сделал свою главную роль. По-хорошему, ну, наверное, должен в лицо бить, да. Keep it real. У него тоже Wildfire. Понятно. Awaken. Давай, брат, одень меч. По-братски. О, тоже хорошо.
What an abominable right. Когда у тебя пустой стол и ты одеваешь посох Ягуара, скорее всего, он тебе не поможет. Хант? Кто-то выживет. Ман. Чисто один Нефариус выжил. Обидно. Блин, опять контроль природа, ну вот. Почему меня кидает против контроль колод? Стабильно каждую катку. Почему агро кидает против контроля? Что у них за новая ветка баланса? Хотя я такой себе агро, у меня пятерки и шестерки. Ну сейчас Булуму кинет на этого Бэджера и все. И ГГ. Еще одна Wildfire. Тр-тр. Он сдался, вау. Агро работает. Я даже в аурике пока держусь. Блин, мне кажется, вот это тайм-аут на кнопке. Это пока идет этот тайм-аут, игра думает, какого контроль противника мне дать. Природку, мага, вара. Или паладина. Что баллы канала больше не дают? Почему? Должны давать. Прошло 35 минут, ничего нет. Перезагрузи страницу, я не знаю. Может быть, это у тебя какая-то проблема? Best of luck. Good luck. Earthquick. The calm before the storm. Вот опять контроль природы, по-любому. Бор. Еще единичка. Пошел ты нахрен. This is not
Аури Голд. Боры на природе. We all have our limitations. Awaken. Как странно. It's the circle of life. Что он там делает? Пенумбра. Алмазный пенумбра. Прикол. Кого бафнет? Единичка Волкера, отлично. О, сейчас может быть сильный ход со стороны противника. Бычок. Is not possible. А тут, конечно, без шансов. Тотальный контроль и приятные размены. Агроприрода. Блин, каждую катку тайм-аут. Я в шоке. Каждую, мать его, катку. Ту-ду-ду.
32 градуса. Охренеть. Просто жестко. Опять природа. Пойдет. Жаль, кабанов нету метеоритных. Тяжко будет фармить. Годсы. Там вроде на соляре без фулл метеоритной деки где-то 50% от максимальной награды. Пока, удачи под запивом. Спасибо, Марасос. Пиво. Не знаю, по мне... В пиве нету ничего хорошего. Но это уже вам решать каждому. Сюда. О, Волкер попал. Wildfire. Угу. Так, у него будет 4 хп также. Рисково. I can't do that. We all have our limitations. Зато рыбка из пива. Ну... Поздравляю. I can't do that. Нужна молния. Конопи. Ну что за бред? Пантерка. Как можно столько раз мазать? Не, ну это сильнейший байт на Wildfire. Да пошла нахрен, пантерка!
Просто забей. И шагу назад, я понял. Просто стабильно она шлёт меня нахер. Еще один такой. Качественно проносит лицо, что тебя не устраивает. Да она вообще делает не то, что я хочу. Зачем на аурике играешь на этот спрей? Потому что это free-to-play аккаунт, я не могу поднять ранг выше. Поэтому играю на аурике. Странный вопрос. Тех, не, ну вы видели? Рыжебороды, здорово. На фритопелых колодах играть можно в мифике. Играй. Я бы посмотрел, как ты поднялся на фритоплей колоде в мифик. Играть-то там можно в мифике на фритоплей колоде. Но подняться туда вряд ли ты сможешь. Это боль. Это просто боль. Но ему нельзя бить теперь лицом, потому что у меня 3 урона есть. Просто забей. Просто забей. Сейчас вторую Сайден Блуму кидает. И она вешается сюда. Нет, не кинул. Победа.
Воин. Скорее всего, на арморе. Поэтому какую я билку беру, смысла нет вообще никакого. Вот дело сразу по-другому пошло. 5 побед за 40 минут. Нет. Не армор. Надумает, конечно, триллион триллиардов лет. И дропчик такой себе у меня. Будет интересно увидеть щиток на первый ход. Ох, Савинков. Здорово, Савинков. Спасибо за рейд. 4 человека, здорово всем. Я играю на фри-то-плей колоде. В ауре голд делают 30 побед, чтобы получить один рарпак. МДЖ сета. Поэтому, кому это интересно... Можете оставаться и наблюдать. Следующий ход ломаю одну прочность щитку. На Гриваре хардроу маги или тех же зомбях. Да. Доказательства сделай, пожалуйста, видос. Хотя бы с Midnight Shadow до мифика на фри-то-плей колоде забег. Потом поговорим. Fuck that shit up. Тут. Fucking shit. Орки шелит. Меч. Его мне ломать нечем. Зомби вообще не фри-то-плей. Если так разобраться, конечно. Там все карты из ордер сета. Так, ну это летал, наверное. 5, 7. Пошла раскачка. Блин, я пересматривал видос свой. Скучно без водки. Короче, видос, как я спидранил Диабло. За час пройти все кампании вместе с Reaper of Soul. Диабло 3. У меня было так много волос на висках.
в отличие от того, что сейчас, а прошло всего пару лет. Как меняет... Есть звук? Мне очень важно понять, есть ли сейчас звук или звука нету. OBS просто вылетел, когда было максимальное количество FPS. Звук есть? Раз, два, три, четыре, пять. Это очень важно. Звук, да, есть звук, есть. Звук есть, меня слышно. Пизда. Есть звук сейчас, нет? Тоже звука нету. Так, а чё придумать? Мне надо эту катку доиграть. Сейчас есть звук, нет? Есть информация. Так, а сейчас есть звук? А сейчас есть звук? Так, не-не-не. Микрофон. Есть звук или нет? А-у-у. Блин, а интересно. А сейчас есть звук? Все то же самое или нет? Есть какие-то изменения? Звук слышен? Да, серьезно, звук есть. А ты гонишь. Меня слышно?
Да, жестко. Все четко, даже комп не пришлось перезагружать. Но теперь надо будет склеивать 3 видоса. Жестко. Кайф, чё. OBS, как всегда. Обожаю. One love. Сердечко, пердечко. Слова? Ну, если есть желание, можно поиграть после 30 побед. Просто у меня оперативы свободно. 40% ОБС взял и закрылся. Без спроса. Вообще на по ху одних словах. Я в шоке. Зомби шаффл луз. Три фавора мне не поможет. Ладно, зомби со спамем. 8 гигабайт это мало. У меня 16. Я не сказал, что 8. У меня 16 гигов. Шестнадцать гигов оператива у меня. У меня там написано 2 плашки по 8. X2 там, видишь? Там не может быть написано просто 8. Ну, меня просто, понимаешь, карточки копают. Из-за этого и видюхи греются, и оператива там задействовано много. Ух ты, нифига он. Отчаянный ход. Хилка. Блин, неужели я камбэкнул эту игру? Раму крышка. Ну, надо поменять. Но у меня 2. 2 оперативы по 8. Вот эти баллистиксы. Короче, счет церемонится. Понеслась. Циклоп, делай грязь. Дроп, дроп, дроп. Тупо амазонку ставлю, бонбафает циклопа и леталю. Ё-моё, вы видели, как я начинал? Просто меня имели, а я терпел. И тут раз, разворот. ОБС меня подвел, все меня подвело, но я смог вытащить эту коловарню. Ты бы видел, как я сегодня начинал. А как ты, кстати, чё стримил? Ты что, несколько аккаунтов? Ранки делал. 11-7 закончил. Ну круто. Как ты будешь оправдываться
если тебя спросят, почему у тебя это не ты стримишь несколько аккаунтов. Пойдет. Можно другому челу доступ к твоему каналу, и он будет стримить. Ну, а вчера ты на каком аккаунте играл? Ну, ты довольно долго думал. Я не оправдываюсь, у меня есть официальная версия, то, что я делаю, заливаю видосы на YouTube, что у меня free-to-play аккаунт, на котором я показываю, как с нуля, не вкладывая ни одного цента в игру, сделать себе какую-то колоду и попасть на какой-то ранг и зарабатывать какое-то количество годсов с паками. На основном аккаунте я показываю High Level Gaming, но судя по тому, что я в последнее время ничего не получается, это вообще не How Level Gaming. Отходил. Послушаешь записи, значит. Ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту. Блин, у него две конопи с самого начала. Он вырубил мои две карты сильные. Офигеть. Я все слышал, у меня уши без проводов. Хорош. Получается, обманул. Как заработать на пуцы. Просто смотри. Стрим. И ты их заработаешь. Ой, так он еще забафнулся. Сладко, сладко. Гнида, не дай бог, ты сейчас кинешь молнию. После двух конопи. Бык. Пойдет. Это плохой ход, но выбора точка нет. Да вот что-то не дают, чем больше очков, тем медленнее они накапливаются, что ли? Нет, это заблуждение. Слон. That's enough for now. Это было очевидно. Попадут ли стрекозы? Ферала. Ну, бейджер попал куда надо. Стрекоза не попала. Угу. Это плохо для него. Я бы сказал, критическая неудача.
answer the call. Nothing I can't handle. This is not the way. Гидра. Да. Это гидра. Until the next life. Последний шанс вытянуть какой-нибудь таунт с Пенумбры. Судя по тому, что он быстро не берет карту, он ему не выпал. Да, жестко. Уничтожил чувака с алмазными картами. А, ну тем более. Соляру попал, ничего себе. Забавно. Вот она, смерть пришла, когда ты ее не ждешь. Ну, мулиган довольно неплох. Есть меч ремув, Wildfire, который все забафает. Пантерка. Ну, пантерка от блайнд бомбы, скорее всего, отлетит. Здорово, броня. Ну вот, делаем викенд, так сказать. Викенд сделали, делаем 30 побед. И почему пантерка делает то же самое? Понятно, только пантерки. Курсу в пантерку. Ну, читаемо.
Ну, он может кольцо призвать, которое с курсы залутал. Ударить Волкера и разогнать обелиск обилкой. Если у него, конечно, нет хода получше. Угу. Он решил сделать так. Еще что? Ага. Ну сразу лучше не кидать сюда. Form of Power. Надо сначала удариться. Потом пушкой добить вот этого чувака. Потом кидать форму. И стрекоз. А сейчас, прикиньте, лорд заходит. Ну, не лорд, но разгонится он не слабо. Плюс он еще руну заберет. Он не забрал руну? Мне кажется, это ошибка. Отлично. А мана не хватает. Ладно. Еман, он сейчас его разгонит. 2-7 минимум, 8 урона будет. Ох. Будет тяжело его убить. Без молнии. Угу. Почему-то ожидалось, что молнии не придет. 4-7. Без шансов, по-моему. Обидно. Здорово, Гигарус. Как же туха. Зеркалочки пошли, ну и
Зомби, конечно. Не пришла пушка. Но... мне не пришла молния. И пришлось потратить много хп. Гнойная ангина. Еман. Так все равно завтра ночной уикенд. Жестко. Против гнойной ангины помогает вот такой вот спрей, смотри. С алоэ вера. Он стоит 8 соток, его надо только с инета заказывать. Помогает он, конечно, имбово. Здорово, Хантер 9. На соляре карда второй зомбарь. Тяжело против них, когда их понерфят. Ты за... как... А как понерфят зомбари, если у них карта все старые? О чем речь? Зомбари не понерфят. Садомаза с прополисом 4. Ну, прополис тоже, да. В какой-то степени помогает. На целяре агро природы сделал 10 из 18. Начало зашло, но потом такая шляпа началась. Бывает. Как бы выбирать не приходится. Давай какой-нибудь жук, кабан, еще один волкер. И будем крутить Wildfire. Можно пантерку, ой, кабан. Шикардос. Мык-мык-мык-мык. Прям трек нормально. Развал. Нормальная природа против зомбарей играет. Я так три катки подряд слил природе одному и тому же противнику. Ну, природа, да, если она быстро закручивает все, то хрен ты ее убьешь. А если нет, то, конечно, не убьешь. Шикардос это... Ах, смотришь, который готовит. Блин, я не знаю. Две подряд вины! Пошел нахрен! Просто, я не знаю, когда ты слышал это слово. Я в шоке. Блин, ну там по-любому есть та штука, которая 10 хп выхиливает, поэтому лучше я какую-нибудь карту доберу. Понятно, да? До 7 маны дожил. Solar Gold, природка. Просто. Сейчас должны вроде появиться эти.
Семечки. Просто жесть! Что он вытворяет? Контроль природы. Как он дожил? Просто вот как эти карты могли ему? Может, он их намалиганил только если. И полная рука карт. Это жестко. Где мои минотавры? Сейчас Хавнер пойдет какой-нибудь сразу консит. Ну вот компост, как бы читаемое. Можете глянуть статистику мою и деко природа ник Call Darkness. Короче, идем дальше. Смысл не вижу. Зачистил Демогорган к тебе. Частенько попадается. Зачистил, да. Получать особый бонус плюс 50 сундучок. Вот они пропали. Смотрите, откуда добор он брал. Да там одни руны просто были в магазине. А он мне полный стол два раза зачистил подряд. Даже три раза мне полный стол зачистил. Фрейрка. Такая бесполезная. Блин, я не знаю... Я всегда смотрю кого-нибудь. Мне все дается. Я больше двух стримов не смотрю одновременно. Вот это, конечно, чел до шестой маны дожил и просто разорвал мне стол. Напополам. The calm before the storm. Don't disappoint me. Я в шоке с прошлой катки. Конечно, природка. За один эфир, скорее всего. На соляре тусуется, охренеть.
У меня что, зачистки есть? Конечно, есть. Все, это ва-банк против этого мага. Шрапнели не боюсь. Второй хэтчкинг будет жестко. Вторая шрапнель сейчас будет. Блин, он сраный лакер. Это точно подкрутка против меня. Из-за того, что у меня винстрик. С изюминкой. Блин, у него, значит, азеры есть. Азер это... По идее, Хелен Элит. Филин. Интересно. Сейчас какой-нибудь ремувчик на 4 урона. На 3 урона. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Ну ладно. Ну да, до анбаунда еще один ход. Как бы... Может сейчас какой-нибудь таун быть жесткий. Победа. Я думал, просто разыграю Блуму. Но что-то не придумал, как ее нормально разыграть.
Странно, у моих магов всегда два бласта плюс два фронт, плюс фронты. Красавчик. Ну, просто, я не знаю, повезло и все. Я сделал максимум, что смог из этой ситуации. Да. Минотавр за 6. Да, его хрен пройдешь. Вот чувак с 8 ранга. Я с Соляры, он с Миднайта. Сейчас просто разломает мне калитку, не спрашивая вообще, кто там за дверью. Чекайте. О, конопи приемник на столе, пацаны. Погуляй, сходи. Полетел. Congratulations. С ноги открой дверь. Сейчас мне откроют дверь с ноги. Он мог его разогнать, но он не стал этого делать. Странно. Блин, за 3 маны 3-4. Имба. Но это, конечно, получше. Скорее всего, у него в колоде есть талисманчики. Целестиал. И кто его будет разгонять? Еще одна пантерка. Да. Нужен какой-нибудь конопи, либо молнию. Может, пушку. Давай, передавай ход, чувак. У тебя 0 маны. У тебя все существа походили. Не ремув. Но он конфуз, но 4-4 становится. Его еще разогнать надо. И как бы вот эта штука ману дает, когда бьет. А он ничего не дает. Да и все мы противники какие-то... Не знаю.
слоумо жизни у них, походу. Вот он мог формы убить, конопи сюда потратить, а он молнию с конопи потратил. И всю ману. Если он кинет хант, то кто-нибудь выживет. Скорее всего, он форму кинет сюда. И может Бэджера вызовет. О. Герсеми. Понял. Так, вот это больно будет. А у меня конопи, я так понимаю, одна только была. Угу. Пошел я нахрен. Ну-ка, может быть... Найду ремувчик. Не найду. Еман. Сейджи, Пангалины, а он что? Из февраль-март колоду собирал. Ты вообще одни контроль колоды мне достаются в сопернике. Ямсан и агро, какие нахрен контроль колоды? А когда ты сядешь на контроль, тебе будут давать только агро. Не попал. Жестко. Эту катку уже не переломить. Молния, я так понимаю, где-то проходит мимо меня. Какой же он, сука, медленный. Конопи.
Попадет в яблочко. Нет. Ноль целестилов, молний. Чисто вот одна троечка пришла и все. И еще ветка. Не, ну это... Это ГГ. Ловить тут нечего, рыба тут не клюет. Да все, он уже тяжелые карты выставил, а у меня единички идут в середине колоды. Как бы намек понял. Пошел дальше. С хилом, природка. Повкис. Давай, две единички. Опять этот суперзаряженный суперсоник, быстрый ультиматум. Блин, ну тот без шансов, честно. Когда он берет эту обилку, ему достается на мулигане. Такая тварь. Вообще без шансов. Может, если я стрекоз вызову, а он ничего не вызовет, тогда шансы есть. Но верится с трудом. Да, он ничего не вызвал. Шансы точка есть. Блин, что это за карта такая? Два урона случайному вражескому существу, и каждое существо получает конфуз. Такой бред. Если будет энфорсер, то я нанесу ему 2, 3, 4, 5. Нефариус. Окей.
Ладно. Я понял намек. Три, шесть, девять, двенадцать. Летал. Балла не дает. Ну открой с двух разных браузеров. В чем проблема? Если с одного браузера нельзя лутать с двух каналов сразу. Ну скачай другой браузер, здорово, Антофа. Третий раунд турнира завтра, буду играть после покера, скорее всего. У меня сегодня ОБС отрубался. И когда я его врубал, опять пропадал звук. Покер в 5 часов. И я понял, как это делать так, чтобы в ОБС врубился звук без перезагружения компа. Deception. Это не дай бог контроль. А, Антон, с помощью этой штуки можно 3 видоса склеить будет? Или нет? Как сделать так, чтобы склеить 3 видоса? Опять контроль. Ну, пошел нахрен. Мне нужна одна катка, чтобы закрепиться в соляре. Одна победа. Хотя бы нет существ. С двумя урона. Клип 2, клип 3, я понял, все. Яблочко крайне нежелательно кидать, потому что оно либо может за 3 маны своровать, либо за 2 маны своровать, разбить и бафнуть свое существо. Это в крайнем случае нужно будет его кидать. Я только сейчас это понял. Ну давай, Deception, находи, наверное, как-нибудь. Понимаешь, что у тебя много карт, но время-то не резиновое. Как сделать так, чтобы ОБС заработал звук? Перезайти... Короче, остановить трансляцию и нажать выход в ОБС. Не крестик, а выход. И тогда все работает.
dull. Для чего этот глупый пенёк придумали? Я не знаю. Для гидры, наверное. Если он кинет раптюру, то так или иначе он убьет вот этих двух, два существа. А Минотавр будет жив. А если я кину яблочко, он кинет раптюру, то яблочко еще бафнет Минотавра. Поэтому, возможно, в этом есть смысл. Да, за ноль маны. Да пошел нахрен. Ну что за приколы такие с улицы Вязов? Просто кусок говна. За ноль маны в руке был скилл. Я в шоке. И почему я не удивлен? Интересно, есть ли у него ремув? С вероятностью 1000000% есть. А если нет, то он вытянет его с обилки. Везерфингеры пошли. Давай. Да долбанный десепшн. Супер заходами. Я просто в шоке. Не дай бог ты кусок фиолетового говна кинешь сейчас раптюру. Я вот не знаю. Сейчас скорее всего будет либо раптюра, либо вернуть все карты в руку, либо в слип всем существам. Ну, по-любому. Нет. Энфорсер. Жестко. Камон, сюда. Бабки на стол. Полиция Майами. Оу, е. Сохранился в соляре. Одни контроли, одни сконченные контроли.
Еще, блин, я агро не встречал. Каток 15. Одни контроли. Они настроили матчмейкинг таким образом, чтобы против агро давали контроль, а против контроля давали агро. Если у тебя мидрейндж, тебе дают мидрейндж. Вы поняли, как они сделали? Такие конченые. Зачем скачивать для этого браузер, когда раньше все было норм? Ну, значит, пофиксили. Чё ты плачешь? Не все вечно. Салон тащит. Жестко. Агровар какой-нибудь. И все? Хорош. Три карты. Две-три карты. We all have our limitations. Можно было, конечно, Wildfire кинуть. Но рановато. Сейчас Wildfire самое то. That is not possible. We all have our limitations. Witness this primitive Neanderthal in her natural. Давай щиток одень, брат. Нет. Лицо будет мне пробивать. Да. Не везет. Мне надо по-любому обилку каждый ход тыкать. Салю. Здорово, Утама. Викенд отыграл уже. Ту-т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 у. Что-то ничьи играл. Как она выглядит? Чего, блять?
Я ударил по герою врага и высветился дефит. Вот думаю, это баг или что? Без понятия. Скорее всего, один из багов. Победа. В чате играл, кто 40 минут. Кстати, да, ограничение по времени, наверное, на катку. Антов с Владиком тренили виспов. И там тоже, когда... Виспа доходила до 8-8 или 9-9. Игра крашилась. И до 40 минут тоже лимит. Такой вроде есть. Хеллрум, зомби. Матч Wildfire оставляю. Вот так. Что за дроп? Уф. Ой, что-то мне кажется, этому зомби не повезет. Второй обелиск. Но разогнать нечем. Обида. Вау. Как быстро. Ту-ру-ру-ру-ту-ру-ру-ту. Дэнни. Deception. О, это, наверное, агро. По-хорошему, конопи бы найти. О, он конопи нашел. Сюда. Давай. С пантерок начинаем, потому что не хочу, чтобы своровали моего волкера. Не Ваня, а Иван Драго. Да что-то везет, не знаю. Еще одна конопля. Блин, у него уменьшатель урона за одну ману сейчас выйдет.
Тун-ту-ру-тун. Ну чё, кого заберёшь? Купец из моих людей. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Блин. Ладно. Отдам Волкера на растерзание. Тун-ту-ру-тун. Если что, даже инфорсера убью, офигеть. Вообще безжалостный. Правда, существ мало и урона на столе. Маска. Ломать-то нечем. Я выставил серванты, он решил сразу же одеть маску. Хитро. Упадет ли пантерка? Скорее всего, да. Да. Изи. Раптюра на следующий ход. Поверим в это. А ее нету. Жму руку Ивана, шустро ты. Чуть больше часа, я тоже отыграл на куртке с таким же результатом. Хорош. Еще Целестила разгонял. Давай Раптюру, чувак. Где Раптюра? Покажи. Give me Rapture Dance. Oh my fucking god. У него нету Rapture Dance. No chance. Все равно летал. Жестко, жестко. Что за винстрик? Здорово, кстати, Достопен, если не здоровался. Нет, это чуть больше часа, это уже третий стрим. У меня обрубалась транса из-за того, что OBS просто закрылся. Я запускал второй раз трансляцию, пытался возобновить работу микрофона, отключил ее. Это уже третья трансляция. В общем, уже, наверное, часа 3,5 я потратил. Трепчик.
из-за температуры. Нет, просто у меня все было, все идеально было. Но ОБС взял и просто пух, и закрылся, все. Почему? Не знаю. Такое иногда случается. Это из-за плагина, который разделяет дорожки музыки. Благодаря которому я могу слушать на Твиче что угодно, и меня не должны забанить. Опять маги пошли. Это с Midnight Shadow или с Аурика маг? Да, трепчик кач. Последнее время я начал оставлять Wildfire в руке на мулигане. И довольно неплохо получается. Ну, что у тебя, маны много? Походить можешь кем угодно. Давай, походил, ход передавай. Ты, волшебное отродье. Ход передай. Чё ты здороваешь? Ты издеваешься? Что за тролль? Передай ход, дурак. Вы видите это? Он специально не передает ход. Потому что на Твиче не банит за музыку. Банит. Вы посмотрите, какая гнида. Я не знаю, кто это. Но я чувствую, он останется на пару минут отдыхать. Здоровый пам. Если бы я был представителем разработчиков, я бы вел Оскар и давал бы тому единственному, кто смог каждый раз делать по 30 побед, вы понимаете, о ком я. Давай, давай. Кстати, пам, у меня есть запись, как я сражался с чуваком, против которого ты сейчас должен играть. I've done all that I can. А я еще не смотрел, что за фрукт. Ну вот, у меня есть запись, если что. Могу скинуть ссылку. Там Deception на Демогорганах плюс контроль маг. Блин, ну надо в другой. А хотя. Сейчас. Вот. Миссис Эллиот читает. Что?
Нормально так. Трансформировал. Вот это топ-дек с метаморфозы. А я про рэп. А кстати, пропала картинка. Что за музыка играет? Если он сейчас Минотавра поставит, то это будет фатально. Просто камон. 7 карт в руке, одна и одна на столе. Плюс 5 ведет, ну 3 добрал. Чувак, если ты смотришь мои карты, слышишь, что я говорю, сдайся. А что он за ноль сейчас призовет? Кстати, он две лисички уже закрутил. Одной, наверное, я не знаю, что он даже уменьшает. Сейчас анбаунд пойдет, скорее всего, в лицо. Чарма за ноль. Чарма сколько? Две карты? Не будет анбаунда? Серьезно? То есть я могу выиграть эту катку? Ой, там хилка пришла. Зря я что-то брал.
Три маны осталось. Таунт. Ну, это значит рофлит чел. Он просто рофлит. Даже такого мага я победил, офигеть. Вот это да. А, у него есть силка за ноль маны. Окей. 30-я. Мазафака. Победа. Сейчас проверим, так ли это или не так. На Гудексе, если это так. Блин, одна победа до Диамонда. Блин, я в Диамонде один раз всего был. Это тяжелее всего было против природы. И не знаю, у меня что-то... Лютый винстрик какой-то, прям лютейший. Да, супер. Надо нерфить природу. Точно. По-другому никак. Мне настолько писать ленник, что я еще просто из прошлого коллег. 30 побед, все верно. 4 пака. А 2 рарки, 3 рарки и 1 эпик. 67% винрейт. 67. Ошалеть. Просто одни победы. 6 побед подряд. Ну, я знаю, что на 7-ю победу меня пошлют ловить, считать семечки в пачке, бабки на семечки. Поэтому идите-ка вы сами туда. Ошалеть. И тут был винстрик. 7 побед подряд. Офигеть. И проиграл зомби Дес, у которого даже никнейма нету. Ну, я знаю, как его пробить, какой у него ID. А вот сверху написана ссылка, юзер ID. 3-миллионный у него. Укнован. Когда патч следующий по балансу? Ты без понятия. Либо во вторник, либо через неделю. Вот чел идет на зомби Дейсе 8-1. Стартовал в Аурике, которому я проиграл. Один Оверсир, один Вампайр, Курса, два Рея, два Ларда, два Фейсбрейкера, Курса, два Рина, два Цептера, два Камбиона, два Белиска, Филды, две Курсы, два Бримстоуна. Берите на вооружение, пацаны. И зачистка, и спам. Проиграл только контроль смерти. Контроль смерти, наверное, там нет, дешевые. Просто. Мне кажется, это идеальный баланс. Стоит 30 баксов зомби. Жестко. Разрабы сказали, что анубов трогать не будут, что их насторожила природа. Давай пруфы.
Не, ну амазонки просто. Мне дают на амазонок лютых чуваков. Вот, где я играл на амазонках? Вот на амазонках. Мидрейндж, контроль, агро, контроль. Контроль, зомби, френдзи твар, контроль природа. Контроль природа. А, го посмотрим ту природу, которая меня уничтожила просто. Еман, 1.2 эфира. Вот это прикол. Джейсон, Демогорган, Гоблин, Глинвивер. Горилла. Две зачистки, 15 урона всему столу. Два ханта. Еман, он просто... И всего 50% побед. Ему так повезло против меня. Боры, компост. Даже виспы есть. Блин, мои амазонки не могут. Мне не хватает карт. Просто чувак лютый контроль. Как меня на него угораздило? Чё там, кто стримит? Один чувачок. Ну го, рейдить его тогда. И будем заканчивать эту прекрасную трансляцию. Так. Я знаю, кому еще один чел есть. Может быть. Все, пацаны, всем спасибо. То, что смотрели. Вы лучшие. Спасибо еще раз. Вот вы лучшие. Запомните это. Лучшие просто. Никогда не сомневайтесь. Ну и никогда не деградируйте. Все, всем спасибо. Всем пока. Рука сухая. Все, удачи в уикенде.